Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня мы поговорим о духовых манках. Для чего они нужны, как выбрать, что нужно для использования манка на водоеме. Погнали! И сейчас я вам покажу азы, как манить на примере утиной охоты. Для успешной охоты нам понадобится духовой манок. Охоты бывают разные. Мы можем охотиться на хищных зверей, будь то шакал, лисица, волк, будь то гуси, утки, черковые. Для этого нам необходим духовой манок. А сейчас пройдемся по пунктам, для чего нам нужны вообще манки, их материал, как использовать и в каких условиях применять. Первый пункт – это материал изготовления. Самые ходовые материалы – это дерево. Современные материалы – это будет у нас акрил, пластик, либо карбонат. Дерево более теплое, приятное на ощупь. Опять же, мы его трогаем губами, нам это более приятно и теплее. Пластик будет немножко холоднее, опять же, в зависимости, в каких условиях у нас будет проходить охота. Более износостойкий у нас считается пластик, но есть вероятность того, что если манок упадет, то он может треснуть, либо расколоться. А нюанс деревянного манка, то что при попадании влаги может разбухать. Но производители, которые делают хорошие, качественные, дорогие манки, они их пропитывают специальными материалами, которые не дают разбухать дерево. При низких температурах, естественно, нам будет приятнее манить дичь в деревянный манок, чем в пластиковый, потому что пластиковый застывает и охлаждается. Опять же, в деревянном манке не так чувствуется перепад температуры. Если мы охотимся в низких температурах, то он не будет залипать. То есть у него не будет так сильно образовываться конденсат, как у пластикового манка. Второй пункт – это у нас количество язычков, так называемых мембран, которые находятся внутри манка. В данный момент у меня манок Фламбо, он у нас одноязычковый. То есть при разборе манка мы видим, что у нас находится внутри один язычок. Если на примере рассмотреть манок Скул Хантер, это у нас утиный маночек, у него будет два язычка. Два язычка и один язычок, разница в тембре звучания голоса. То есть будет отличие. И один немаловажный фактор, то что двухязычковый менее залипает. То есть меньше образовывается на нем конденсат. Но конденсат будет образовываться по-любому, от этого не застрахован ни один манок. А при использовании мы можем его смонтировать, продуть, просушить, обратно собрать и также использовать. Либо в походных условиях, там, если мы чувствуем, что он залип, разворачиваем в обратную сторону, продуваем, не издавая никаких звуков, и дальше продолжаем манить. На холоде лучше использовать двухязычковый, так как меньше всего он залипает. Третий пункт, на какую дичь используются манки. Манки существуют на гуся, на утку, на перепелку, на фазана того же самого, на рябчика. То есть на все, что в принципе ведется охота, у нас существуют манки. Будь то там лоси, олени, косули, заканчивая шакалами, лисами и волками. Представим ситуацию, мы едем на утиную охоту. Мы четко знаем, что будем охотиться на кряковую утку. Вот это вот все четыре манка, это все на утку. И каждый будет отличаться по звуку. То есть абсолютно одинаковых двух манков мы не найдем. И при выборе в магазине нам нужно этот нюанс учитывать. То, что мы приходим, дуем в манок, издаем звуки и выбираем самый максимально приближенный к естественному звуку. Берем его и вперед на охоту. Другая ситуация, мы идем на хищника. Возьмем на примере шакала. Шакал хорошо бежит на манок, раненый заяц. Но по последней тенденции, как выяснилось, так как они обитают определенным ареалом, у них своя территория, можно манить его также на шакала. То есть берем манок на шакала, маним, второй шакал слышит, что у него конкурент на территории появился, и бежит его вытеснять, а там мы уже его встречаем с распростертыми объятиями. Бывалые охотники, это уже взрослое поколение, они делают сами манки. То есть мне встречались такие дедушки, у которых из гильзы от патрона, латунной гильзы, сделан манок. Звук ничем не уступает покупным, и он ходит с ним там уже десятки лет и отлично охотится. Но чтобы сделать такой манок, это прям нужен хороший музыкальный слух и руки из нужного места. Купить манок не так сложно, но самое главное, нужно уметь им пользоваться, нужно правильно манить. И сейчас я вам покажу азы, как манить манок Skull Hunter двухязычковый
на примере утиной охоты. Первым делом мы берем манок, зажимаем между большим и указательным пальцем. Указательным пальцем слегка прикрываем отверстие. Эти три пальца у нас будут как мембрана, то есть они будут открываться и закрываться. И самое элементарное то, что мы просто начинаем дуть, но дуем, как бы говоря слово «худ», то есть и выдыхаем не легкими, а грудной клеткой. Получается так. И берем манок, как будто мы берем бутылочку тети Груши и начинаем пить. То есть упираем верхнюю губу и просто дуем. Существуют разные способы издавания звуков, и существуют такие звуки, как призыв, то есть если маним утку с дальней дистанции, и осадка, то есть когда уже утку мы визуально видим и хотим, чтобы она подсела к нашим чучелам, либо к нашим подсадным уткам. Элементарно, самое простейшее, то есть что мы даем знать о себе, что мы здесь на воде и мы утка. Дальний призыв у нас получается, мы слово худ тянем от большого к меньшему, к меньшему, к меньшему. И немаловажный звук тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук такого плана. И по факту у нас получается, что это идет кормежка. То есть, если мы высадили большое количество подсадных, то нам нужно их анимировать. То есть, издавать звуки, то, что они кормятся, и утка будет подлетать и налетать. Чтобы научиться правильно манить в манок, существует на YouTube огромное количество видео. Можно на каждый манок найти свое видео, где человек будет подробно объяснять, как пользоваться, в каких условиях и в какое время. А теперь пробежимся по брендам манков, которые висят на мне. Самый бюджетный сегмент — это золотое сечение. Довольно-таки неплохие, маленькие, аккуратненькие. Но, опять же, в любых манках нужно выбирать именно тот, который вам нравится. Следующий у нас — это у нас Falks. Американская фирма. Хорошие, деревянные, очень отлично звучат. Самые распространенные, самые ходовые — это Skull Hunter. Также есть манок Flambeau. У всех манков диапазон голосов и для кого они нужны очень огромен. То есть начиная там от раненого зайца и заканчивая там бурым медведем и оленями. Купить манок, выбрать манок, научиться манить — это как бы все хорошо. Но как его переносить? Нам нужен вот такой подвес. На 4 манка, есть на 2, есть на 1. Есть разного исполнения, есть даже вот такие вот большие. Регулируемые, очень удобненькие, на неопренчики. Но опять же, не все охотники используют такое большое количество манков. Почему такие подвесы удобны и вообще зачем они используются? То есть у нас, даже если будет один манок, мы маним, на нас налетает утка, мы его бросаем и берем тот же ружье. У нас нету времени на засовывание его в карманы, либо куда-то прятать. На землю мы его не бросим, потому что нам его опять тащить в прот. По внешнему виду манки могут отличаться кардинально, как такого плана, такого или даже вот такого. Это манок на рябчика, маленький, красненький, аккуратненький. Есть маленькая дырочка для подвеса, то есть можно тоненький шнурочек повесить и манить рябчика. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в комментариях, кто каким манком пользуется. Всем пока!